Всем привет! В этом видео расскажу про три удивительно красивых шраба. Это кустовые розы от Массад, Франция. Первая розочка Лоран Каброль, это Массад 2009 года, относится к группе шрабы. Это очень великолепный сорт с крупными цветками в полном распуске до 12 см, часто квартированными. Это новинка из серии Дженни Роза, розовые краски. Понравится всем любителям роз. Этот сорт очень легкий в уходе, обильно цветущий и ароматный. Цвет этой розы я обожаю, у нее какой-то нереальный розовый, с более светлыми задними лепестками. Аромат сильный, узнаваемый, цветет практически непрерывно между волнами, есть минимальный перерыв около 2-3 недель. Цветет обычно одиночными, есть небольшие соцветия, до 2-3 цветочков на каждом побеге. Роза прекрасно зимует в третьей климатической зоне под общим укрытием. После зимы выглядит неплохо, все побеги живые, только кончики немножечко приходится подстригать. Роза восхитительная, в ней все прекрасно. И здоровье, и долговечность, и красота цветка, запах, и обильнейшее цветение. Еще одна розочка Эмильен Гио, 2001 года, шраб кустовые розы. Цветок крупный, в полном распуске до 12 см, густо махровый, роза никогда не показывает серединку. Цветочки квартированные, удивительно уникального цвета, цвет оранжевый, потом выгорает, на солнышке становится оранжево-красным. Особенно хорошо смотрится на фоне темно-зеленой листвы. Аромат у розы умеренный, фруктовый. Сорт очень устойчивый к заболеваниям. Прекрасно зимует в третьей климатической зоне. Еще одна удивительная красивая роза, красивое цветение, Diables de Mers. Это Массад, 2014 год, группа шрабы, высоту около метра, в ширину сантиметров 70-80. Очень крупный цветок, если сравнивать с предыдущими розами, то в полном распуске до 14 сантиметров. Очень оригинальная роза, цветки махровые, роза иногда бывает показывает серединку, цветет обычно в соцветиях по 3-5 штучек, неповторимый фиолетовый цвет с синими оттенками, с желтой серединкой и с чарующим ароматом жасмина. Цветет повторно, между волнами небольшой перерыв, около 3 недель. Листва матовая, очень устойчива к заболеваниям. Если у вас остались вопросы по этим сортам, пишите. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!